Не сдонсик, я тут хотел. Откуда камень потащит? Вот так вот. Оп. А ну давай на рыбок. Да я, конечно. Страшно рулишь. Нравятся женские жопки. Ну что, друзья, как поняли, сегодня у нас на обзоре будет Лунсин 250-очка или 300-очка. В общем, такой вот китайчик. Проедемся сегодня по лесу, посмотрим, на что он способен, оправдывают ли они себя или немножко завышаются ожидания. По звуку, звук немножко у нас просверленный, то есть не в стоке звучит, а выдает какие-то звуки более мощные. Ну, короче, сейчас проедемся, посмотрим, что это вообще, как оно дышит, делается. Сразу хочется сказать, что посадка высокая посадка. Поэтому, блин, даже не знаю. Первое не пришло. Попробуем. Что-то подальше. Посадка, конечно, максимально удобная. И мне опять перепривыкать нужно. Какой-то угол странный тут. Хорошо идет, тут мягенько. Все, мы тут в принципе поняли. Тут привстаешь,
баланс свой есть, передок гуляет, газ сбрасываешь, тебе намного хуже становится, больше газу, лучше баланс, ощущения понятны. Делаем, делаем, все равно делаем. Падать мы не собираемся сегодня. Ну, конечно, как пойдет. Жука какого-то завалил, блядь. Фу, сопли одни потекли. Ух, конечно. О, еще один момент был. И еще был момент. Неплохо, неплохо. Кидает, конечно. Но норм, нормально. Идем, скажем так. Все-таки интересно, блин. Ну, есть ощущение, что мощности не хватит выехать. Он просто забуксует. Да? Но я сейчас все-таки поеду туда, куда я хотел изначально, еще на Остике. Кто не смотрел, я тоже записывал видосик. Типа эндуро. Но то было типа эндуро. А тут сейчас у нас все-таки эндуро. То, бля, разница есть. Разница есть, я вам скажу. Тут намного увереннее ты едешь. Тут прям полностью все то, что ты задумал, так оно и есть по твоим движениям. Куда руки, куда ноги, куда вправишь, бля, там и есть. О, сейчас я по этому маршруту хочу заехать, бля. Оп, тут немножко у нас такой переходик. Тут классный. Кто-то гуляет. Нежданчик. Я тут хотел пролететься, бля. Вот, бля. Люди ходят. Привет. Дружбан детства. Думаю, нифига. Что это он здесь забыл, бля? Прикольно. По-своему. Тут мы поняли принцип. Но все-таки нужно заехать. Нам не будем пугать людей. Нам нужно заехать на горочку, ту, которую я хотел. Сейчас мы уже ближе к ней подъедем, в принципе, и я начну писать видосик. Собаки нас встречают. Ну что, мы в принципе подъезжаем к тому месту, о котором я говорил. Даже интересно. То есть я вот видел там в эндуро всех этих покорения гор, блядь, всего прочего. И тут тоже такая была. Только где она тут была, уже заросло, все, уже все поменялось, столько лет прошло. Она должна быть. Горочка была песка. Походу уже эту горочку песка убрали. Бля. Выгребли. Бля, и правда. Нема. Нема. Придется все вот такими объездами. Что, тут есть где объехать? Конечно. У нас же все-таки эндуро. Нам-то есть где проехать. Ехаем. Ой-ой-ой, как хорошо. Но едем, едем, прикольно. Так, можно было здесь повернуть, конечно. Но мы чуть-чуть проедем и повернем. Где мы повернем? Надо было здесь. Или здесь. Ну ладно, поедем по прямой. Я думаю, мы найдем там тоже где-то. Где маршрут у нас есть. Вот так мы можем и здесь поехать. Нам вообще без разницы как бы. Да, только на щебне, конечно, кидает побольше, чем на песке. Здесь вообще непредсказуемо. Тут куда камень потащит. Но мы с вами, по крайней мере, доедем туда, куда я изначально хотел. То есть... с того места стартануть, где я ехал на Ослике. Вот. Поэтому так и сделаем. Так и сделаем. Это будет все-таки интересный контент, блядь.
сука, кидает, как не знаю, ушел, бля. Вообще, руки в напряжении. Вот этот шошо не ожидал, у меня сейчас очень сильно руки забитые. Хотя я, правда, еще с тренировочки, еще с аккумулятором сегодня проносился, заряжал, дозаряжал. Вот. О, мы уже приехали. Вот где я хотел. Тут, кстати, тоже кто-то катается. У нас тут выемка есть такая. Вот он наш маршрут. Эндуро. Ой, блядь, только тут все так, ух ты, блядь, заросло, блядь, что, и непонятно, где, где, блядь, бугурок есть какой-то, блядь, но прикольно, прикольно, блядь, у, о, погнали, ух ты, блядь, пошел, пошел, хулиганьо. Режим хулиган, блядь. Ты, блядь, не разгонишься, колбасит, пиздец. Тогда надо было, конечно, записать проще, бо еще не такая мягкая была земля, песок. Более устойчиво было. Хоть сейчас вроде и ты на эндуро, бля, но тебе надо вписываться четко. Иначе, блядь, вообще жесть. Ты посмотри на это. Блядь, вот эти путя. Вообще, что это такое? Где я еду? Где я еду и что происходит, блядь? Ёб твою мать. Ну круто. Ууу, бля. Да, четко. Да, если тут отточить, блядь. Ух ты, блядь. Манеру езды можно нормально косигарить. И тут повырубывать вот это вот все. То, что мешает. Вторично, скажем так. Бля, это прикольно, я вам говорю. Вот тут сейчас придется выезжать нам, потому что тут проезда нет. А хотя нет. Почему? Мы тут тоже можем проехать. Так же, как и ехали. Во. Вот. То, о чем я говорил. Погнали, погнали. Бля. Вообще, блядь, это круто максимально, едем до запретки, блядь, вот так и едем к запретке, блядь, колбасит, конечно, блядь, ногу все равно выставляешь, но чуть-чуть вперед, чтобы хоть как-то словить землю, чувствовать, когда угол наклона происходит, тут все по-другому, блядь, отвечаю, блядь, колбасит, жесть. Ребята, ух ты, блядь, эмоции, конечно, море тут, да. Тяжело, тяжело, потому что на руки, блядь, на руки очень сильно идет напряг. За счет того, что ты ловишь переднее колесо. Может, такая шина, блядь, хер его знает. Ну, блядь, очень сильно ловишь. Прям сильно кидает, сильно. Ну, это круто, блядь, сука. На какой я? На второй. Ага. Погнали, погнали. Бля, узкий проем. Кидает, приходится ловить немного. Приходится немного ловить, бля. Так, мы можем тут, кстати, по тропе поехать. Блять. Акация, осторожно. Ай-ай-ай. Тут чуть-чуть срежем. Вот это круто. Отвечаю. Еще людишки есть. Норм. Пошлифуем чуть-чуть. Пойдет. Короче, не нашел я эту горочку. Это печально, конечно. Но ничего. И так, в принципе, маршрут прикольный. Весь в паутине, блядь. Пойдет. По-своему. Разгончик хороший пошел. Шестая. Едем на шестой, чтобы не в напряг. С ветерком. Остудиться нужно, как говорится. Класс.
вообще пойдет. Хоп, хоп, привстаешь, баланс вообще четко. Да, эндуро тоже мощно, но ему, вот как по мне, не хватает чуть-чуть мощи. Чуть-чуть не хватает вообще. Ну а так, в принципе, вообще очень даже, очень интересно по-своему. Как тренировочка заходит. Или может на пляж еще заедем? Давай на пляж заедем. В сторону пляжа как раз посмотрим, кто у нас там есть. Интересно. Может, что интересное все-таки есть? Класс, свежо. Тут спрыгнем, посмотрим. Руки устали, конечно, очень. Заедем туда, куда не каждый может заехать. Интересно. Ну, есть люди, кстати, но... А сможем мы круто развернуться? Еще как сможем, плавненько, красиво. Короче, все понятно, чуть-чуть люди есть. Поедем обратно. Уверенный чувак какой-то едет. Обгоним лучше. Класс. Ну что, проедемся в центр. Чисто. Пускай заценят нас. Чё, как? Покажу лайфхак мотоциклиста. Как можно объезжать такие моменты. Вот так вот. Оп. И все. И погнали дальше. Погнали, погнали. О, щит. Что тут происходит? Заехать до дяди Толика. Пишет камера. Да, я сегодня у него был уже, правда. Но вдруг он еще есть. Как раз проедемся еще тут по грунтовочке. У нас же все-таки режим бездорожья. Так, это нам не здесь дальше. Привстали, хоп, погнал, погнал. Погнал, погнал. Все, ловим эти ямки красиво. Чик-чик. Сейчас мы сделаем. Хоп, оп, скользко. Дрифтика немножко. Погнали. Сейчас посмотрим, дядя Толик на месте или уже погнал к родителям на дачу. Или вообще уже дома. Заценим момент. Ну да, кстати, тут передняя резина не для езды по песку. Такая слабовата, конечно, держит. Надо шашечки. Вот были бы шашечки, было бы все топ. Топчик. Вот как тут хотя бы примерно. И тогда бы нормально цеплялось и было бы четко. Это прикольно, что они такие, знаешь, здоровые. Вообще, блядь. А вдвоем вообще по-другому едем. Вообще по-другому. Наоборот, надо вдвоем, да? Не знаю, не могу сказать пока. Пока не могу сказать. Ух! Американский год. Да, прикольно, что ямы глотаю так, ебать, можно. Не, вот это да, так я не знаю. Сейчас проверим вот тут на песку. Передок херовый. Передок надо шашки прям конкретно, чтобы шашки были. Вот тут... Фэкси реагирует, да? Подальше. Расходится, я думаю, ну и сразу. Что-то. Хотя мы все, батя, некоторым тетенькам все равно. Вот
Заценил в лесу на песку везде. Резину надо менять, она не годится для песка. Вот такая чуть-чуть постоянно ищешь ее. Кто сильнее, тот и есть. А ну давай на рыбок. Да я, конечно. Это по бездорожью ездить. Да, класс. По асфальту. И то. Я же говорю, надо поменять резину переднюю. Да, резина, конечно. Зато нормально. Ну, спидберги, переливно, не могу понять. А мы сейчас проедем по дворам. Не, прикольно. Надо по дворам, да, надо проехать. А я буду уже на велосипеде. Пойдем в натуре только по тротуарам кататься, вот, блядь. Да, да, не по больше. Асфальту вообще сейчас. Не то. Интересно. Не то пальто. Ну, летом там. Да? 550 гривен? 550. Килограмм. Мощных, больших или маленьких разных? А? Маленьких? Ну все, значит будет реклама, блядь. Вот видишь? Вот тут пишет. Да ебать. 550 гривен? Да, да. Все, давай, вот. Гарных дорог. Да, давай.
Ты тоже раки предлагаешь? Или только раком? Парни, уже, блядь, сезон наступил. Да, блядь, раки толкают. Нормально, почему нет? Вот мотобрат поехал. Погнали, блядь. Тут тоже какая-то такая. Это надо на третьей, я так понял, да? Так как тут. На какой, да, на третьей я тут шмальнул. Поедем на белые пески? Чи шо? Куда мы выедем? Тут только на белые пески дорога у нас. Воу! Щит! Дорога, блядь, конечно, да, тут стойки только и ехать, блядь, я тебе скажу. Так хер, блядь, ты выедешь, блядь. И камни, блядь, и грампыль, блядь. Нормально. Так. Нам где-то надо влево будет скоро, я так понял. Чтоб выехать до белых песков. А ну, куда нас эта дорога ведет? Да, вот здесь влево. Влево. И все еще влево. И погнали на белые пески. Сейчас мы покажем, как надо гонять. Шлейф, наверное, сзади хороший, да? Да, бля, надо не забывать, что ездишь еще и автомобили. Ёлки-палки. Я себя так еду, уверенно чувствую, как будто никого не встречу, бля. Это может быть глубокое заблуждение, я вам скажу так, ребятки. Но прикольно. Ух ты, бля. Ух ты, бля. Жестко, жестко. Жестковато. Надо оттяжечку назад сделать, разгрузить переднее колесо. Но хорошо, бля. Сзади шлейф хороший такой. Пойдет. О, снова песочек пришел. Что у нас вообще тут происходит, бля? Тут уже тут жиды вообще. Я такого тут и не видел, да. Тут уже целая база у нас, блядь, непонятно, что тут. Уже и тут пески все разобрали, блядь. Тут уже, короче, не погоняешь нигде, блядь. Я херею, блядь. Ну, ничего. Прокатимся потом, как говорится, что у нас есть. И будем расстраиваться. Фу, хорошо. Вау. Да, да, нам где-то здесь налево, помню я. Блядь, дороги позабывал, блядь. На эндурике ж не катаюсь, на великах тут не катаюсь, на пляж давно сюда не ходил. Теперь вспоминаешь эту дорогу, блядь. Ну, прикольно. Так. Нам вроде налево надо, чтобы выехать, потом опять направо. Кит, текай. Блядь, нихера себе. Кидает, бля. Да, да, жестко, конечно, передок как-то отрабатывает. Ну еще, прикольно. Чуть-чуть стоечку держишь, но нагрузки на ногу вообще хорошо идет. Но вот правда, когда ловишь передком мягкий вот этот песочек рыхлый, то лучше все-таки немножко сместиться вправо, по ощущениям, как будто вот сместился, и тебе легче, блядь, намного, намного легче его сконтролировать. Фу, тут, значит, воняет, блядь, отходы, блядь, быстрее надо их проехать. Вот так вот, вот, кидает тоже где-то, ну, это из-за резины, опять же, блядь, не было бы такая резина, не было бы таких моментов серьезных, блядь, а так... За счет того, что покрышка такая не годится. О, знакомый товарищ. Мы уже подвезем.
Что, можно подвезти? А? Поехали. А то путь далекий. Я как раз тут... Зурчик, а как закидываешь ногу тут, тут слева, справа? Не, ну можешь сразу так, как удобно. А там уж за эти, я сильно ехать не буду. Бо все-таки ж не сам. А тебе куда? А тебе все-таки, куда вняться? Ага. Я думал, тебе надо дать на той аппарате все. Не, это ж этого, это брательника вообще. Да. Да. Это я взял как раз на обзорчик покататься. Ну да. Да, поделиться своими впечатлениями, как владелец спортовод с эндуро, с нашими дорогами и вообще в целом. Ну и что, как? Ну на нем только кататься вот тут, по бездорожью где-то, по захолустьям таким, по асфальту не годится. Ну его нахуй, да? Ну, прикола ты не словишь. Просто что, если бы он мощнее еще был, что там можно колеса переобуть, тогда да. Можно что-то одеть и по дороге погнать. А так, это вот его стезя по бездорожью. Нормальную покрышку кинул и все. Не, можно, но выедешь все равно. Дело привычки. Выедешь тут вообще без проблем. Не, не. Нормально, да. Ты главное синхронно, будь со мной и все. Оно тогда нормально будет. Он просто сам по себе такой есть, как будто плавающий постоянно. Это ж, это, вот это оно и есть. Вот это ощущение, привыкнуть до него надо, блядь. А так нормал. А ты куда вообще приехал? Я просто катаюсь, чисто пока светло, чтобы записать что-то, да. Да, закину в центр. Давай так. Маршрут. Везу пассажира. Но. Покажу, как туда гонять можно. Да тут поравняли, кстати, раньше было побольше ямок, блядь. О! Ой, бля, я не могу. Не, то тебе так кажется. Ой, бля, ну что ты заценила? Да, блядь, больно. Чего? Чего больно? Колено! Ну ты даю. Я сзади за секунду, чтобы с рука чуть-чуть оторвалась. Ой, бля. Кстати, помню, тут где-то на великах был маршрут прикольный. Я его, наверное, уже провтыкал, да? Там был такой подъемчик. Сейчас мы его найдем. Десь тут, а все. Десь тут ця тропиночка. Там прикольный маршрут есть. А все. Чего, что? А давай с разгона, блядь, давай. Чого, воно прикольно. Ой, блядь, я не могу. Чё ты кажешь, что страшнее, чем на спорте? Потому что... Ты страшно рулишь. Так я чувствую, потому что сейчас на каждом этом переворачивается. Ну, тут же позволяю трошки поворачивать. Это тебе кажется. Я еще и держусь, если рукой.
Ты знаешь, из-за чего? Из-за того, что когда мы поднимаемся, оно... Не, ну на горбах лучше всего. Я встал, а смотрю, тебя там телепает по тени, бля, отрывается срака, ну вот так, здесь, бля. Жалко, что сзади никто не ехал, чтобы заснять этот момент. Друзья, давайте сделаем непредвзятый обзор, сколько будет от 0 до 100. Погнали. Соточка. Ну не знаю сколько, я наложу этот таймер сверху и посмотрим. Ну не так уж и долго, чтобы сказать. Этот быстрее набирает, чем на том, чем я ездил на Каве, вот этой 400-ке, бля. Поприятнее едет, ну конечно, но это полное бездорожье, я вам скажу. Полное, без вариантов. Это ни хрена не по дороге кататься на нем. Поэтому так и поедем по бездорожью. Нравятся женские жопки? Ну, нравятся или нет? Смотришь иногда, типа, о, он пиздая жопа, он не. Нравится или нет? Ну, как тебе эта жопка? Что ты смеешься? Я тебя спрашиваю, как тебе? Тебе нравится? Ну что, друзья, я хочу подвести итог, то что действительно мотик, в принципе, вообще прекрасный, классный, как для начинающих, не знаю, 300 кубов здесь голову хватает, китаец, ну, как для начинающего, как для себя я вижу в Китае 450-ку, либо 300-ку, ну, японца, по мощности, чтобы, ну, так я ощущаю, не знаю, можете говорить свое мнение, так это я чувствую. То есть по бездорожью отлично вообще. Ставите подобную резину шашечками, погнали. Хотите по дороге, естественно, надо более дорожную ставить, можете рассекать. Опять же, подбираете под себя звезды, выбираете либо скорость, либо же оставляете тягу для того, чтобы по бездорожью кататься. Для дороги нужна скорость, потому что вам этого будет мало. Там он чуть, не знаю, короче, максималку я не мерил, но как бы быстро не будет точно. Так что, ребята, вот таково мое мнение. Классно реагирует, классно. Девчонку он катал, сами слышали, какое мнение. Ей страшно было, блядь. Страшнее, чем на спорте, блядь, по бездорожью. Поэтому, ну, блин, о чем ты говоришь? Эмоции вы точно получаете, какой бы это мотоцикл ни был, в принципе. Поэтому рекомендую, однозначно рекомендую, как эндуро. Друзья, вот такой вот у нас получился обзорчик прикольный, вот такого вот мопеда. Что вы вообще думаете по этому поводу? Как вам Лонсин, какой там он, LX300 или LX300, потом напишу в описании, будет правильно точно. Короче, в принципе, прикольно, но опять же, это бездорожье, не дорога. Если хотите на дороге гонять, нужно звезду подгонять под это, резину, естественно, не шашечки, а обычную дорожную ставить и кататься. Так что, черт его знает. Но эмоции он дает очень прикольные. Подписка, лайк, комментарий. Если вы не здесь, то вы нигде.